Добрый день, дорогие друзья. Давайте посмотрим, как отремонтировать крышу на примере этого шиферного листа. Вот такое небольшое повреждение. Один способ я уже показывал у себя на канале, но он показался некоторым сложным. Возьмем немного ткани для данного способа. Силиконовый герметик, любой. Зашкуриваем, зачищаем вот такой металлической щеткой. Далее наносим немного герметика. У меня непрозрачный, но вот такой белый, чтобы наглядно вам было видно. Таким образом наносим его. Возьмем ткань. Прижимаем, разглаживаем. Вот, и сверху наносим еще слой герметика. Также прижимаем каждый край, пропитываем ткань. Делаем аккуратно, разглаживаем, чтобы везде герметик попал. У нас получается достаточно плотное соединение. Такой способ многим подойдет и можно достаточно быстро сделать. Ставим лайк и подписываемся на канал. Будет много интересного видео.